Существует проблема, которая знакома многим женщинам. Когда прибавляешь в весе, увеличивается талия. Но есть, конечно же, и плюсы. Вместе с этим и увеличивается грудь. И вот я спросила у своего известного друга кликмейкера Александра Филатовича, что же все-таки важнее, грудь либо тонкая талия. На что он мне ответил, что важнее попа. Вот именно над ягодицами сегодня мы с вами и поработаем. Начнем мы с классических приседаний. Это самое эффективное упражнение для ваших ягодиц. Мы ставим ноги на ширине плеч и начинаем опускаться вниз. Главное приседать максимально глубоко и следить за тем, чтобы колени не уходили далеко вперед. Это упражнение немножко напоминает танцевальное па. Наша задача выполнять его так же грациозно, как это делает балерина. Вы должны очень медленно опуститься и динамично подняться. На два счета вниз и на один вверх. Сейчас мы с вами будем делать отведение назад согнутой ногой для того, чтобы более эффективно проработать наши ягодичные мышцы. Приняв упор лежа на полусогнутых, мы поднимаем поочередно ноги вверх, согнув ногу в колени под углом 90 градусов. Для лучшего эффекта опять-таки стоит зафиксировать ногу в верхней точке на пару секунд. Сейчас мы будем выполнять третье упражнение, для которого мне понадобится степ. Вы же в домашних условиях в качестве помощи можете использовать кровать либо стул. Лежа на спине, мы сгибаем ноги и начинаем поднимать таз вверх. Для того, чтобы упражнение было максимально эффективным, вы должны зафиксироваться в верхней точке и максимально напрячь ягодичные мышцы.